Досматривает Исламхан. Кому сделать передачу? Навес. Джорджо ошибается на выходе. Кнежевич. Еще одна передача в штрафной удар. Головой. Перекладина. В перекладину попадает сейчас мяч. После удара головой Александра Кислицына. Хороший был удар головой. Вот пас Кнежевича. И Кислицын пробил над руками Джорджо. Передача. И удар по воротам. Джорджо отбивает мяч перед собой. Мяч прилетает через него. Гол! 1-0. Кайрат выходит вперед. Куантаев забивает этот мяч. Ермек Куантаев. Кездесудің 39-шы минутында. Есепті ашып Кайрат командасының алға шығарды. Мен жоғарда айтқан болатын, өз позициясында Ермек бүгін өте тамаша ойнап жатты. Міне, соның жеңісі, жемісі ретінде Ермек Куантаев голмен марапатталды. Крайний защитник оказался практически на позиции нападающего и подкараулил отскок внимание Джорджо от его рук. Посмотрите, удар по воротам, отбивает мяч Джорджо, мяч перед собой, и опережая Стартакова и Чернышова, Куантаев буквально вносит мяч в сетку ворот РТШ. 1-0, Кайрат выходит вперед. Бұл жерде Бауыржан Исламханның да еңбегін айта кеткеніміз жөн болатын шығар. Орталық алаңда Бауыржан Исламханның жасалған жойқы сол қапталы арқылы шабуылды бастады. Мамаду Систе соққы бақтауға болады. Тамаша соққы және гол! Аслан Дарабаев! Ну вот что значит пошло у Кайрата. Еще один мяч на исходе первого тайма. Два гола в ворота. Внимание, Джорджу провели алматинцы. И счет становится 2-0 в пользу хозяев поля. Да, удачно вышел Тарабаев на замену. Вот здесь Сисейн была стеночка, и удар Тарабаева издали. Джорджу этот мяч не достает, и тот попадает в самый уголок ворот. 2-0 в пользу Кайрата. 2-0 Кайрат командасының пайдасына. Бұл жерде тағы да сол Бауыржан Исламханның еңбегін атап кеткеніміз жөн болатын шығар. Есеп... Лидер премьер-лиги. Ним стал Актобия. Сисей трех игроков прошел. И удар с линии штрафной. Джорджо в нижнем углу отбивает мяч. Сисей показал, что он умеет не только продавливать защитников и скидывать мячи своим партнерам, но и показывает очень хороший дриблинг. Раз от двоих сразу ушел. Третьего оставил позади себя. Убежал от четвертого и пробил с линии штрафной. Бакаева. Мяч штрафной площадки. Аманов! В ближний угол решил пробить Аманов. Но в этом углу как раз таки находился Хомич. Все сделал правильно по футбольным вратарским законам. Ну, Хомич очень даже футбольная фамилия. Неудивительно, что Дмитрий выпал. Юрин подает угловой. Удар по воротам, мяч летает в сетку. Какой неожиданный гол. И буквально застыли сейчас защитники Кайрата в недоумении, как такое произошло. Говидарица показывает, что, мол, давайте быстрее, еще есть время отыграться. 1-2. Иртыш проигрывает. Ну вот какую-то интригу на последних минутах матча подарили защитники. Ну там, конечно, в обороне Кайрат ужасно просто действовал. Вот там и Чернышов мог забить, и Говидарица.